Привет, мои любимые. Давайте просто представим такую ситуацию, что враги пикнули Морфлинга. И мы при выборе саппорта возьмем Рубика. Потому что я говорю, что это герой довольно универсальный, очень полезный. Он может красть способности у других героев. И в первую очередь он может украсть полезную способность у Морфлинга. Это перекачка. В чем ее преимущество? Например, вражеский морфлинг использует перекачку. Мы ее крадем. Во-первых, вы уже сразу видите, у нас увеличилось здоровье. Было, по-моему, 644, стало 739. Но самое главное, мы врубаем перекачку на силу. То есть, теперь у нас будет такой накачанный Рубик, у которого было 644 хп, стало 1150. Но, само собой, с каждым уровнем будет все больше и больше. И самое главное, когда нас убивают, перекачка остается. То есть, наши характеристики, которые перекачаны, они остаются. И в итоге уже в лейте, там на 30-й минуте, на 40-й, да, у нас у Рубика будет примерно 1600-2000 хп. Это только из-за перекачки, да, без каких-либо предметов. Я считаю, что довольно весомый аргумент. Так, давайте сейчас мы убьем Рубика по-быстренькому. По-быстренькому, наверное, не убьет его. А, у нас же Рубик-то перекачанный, конечно. Вот как сложно его убить. Ну все, умирает наш Рубик. И характеристики остаются. Оп. Опа. Вот вы видите, 48 силы и 0 ловкости. Вот такой вот у нас Рубик-качок в итоге. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.